Добрый день! С вами Промэлектрика. Предлагаем экранированный индуктивный датчик с дистанцией срабатывания 8 мм в цилиндрическом корпусе М18. Особенности датчика. Двухпроводной выход, напряжение от 12 до 24 вольт постоянного тока. Электрическая схема 1NO. Материал корпуса – латунь. Частота срабатывания – 500 Гц. Степень защиты – IP67, IP69K. Корпус пыли непроницаем и сохраняет работоспособность в случаях погружения в толщу воды, высокотемпературной мойки под давлением и обледенения. Кабель 2 метра. Рабочая температура – от минус 40 до плюс 70 градусов. В наличии более 800 моделей бесконтактных датчиков. В нашем ассортименте представлены как бюджетные варианты, так и более дорогие экземпляры датчиков с повышенным ресурсом работы. Обращайтесь, мы подберем то, что нужно именно вам. Как мы работаем? Заполняете заявку на сайте или присылаете письмо с реквизитами. Мы выставляем счет с условиями поставки. После оплаты отправляем покупку. Доставка до транспортной компании бесплатна. При покупке за наличный расчет предусмотрена система скидок. Ждем вас!